у незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Буду стараться. Разрешите вас сегодня поздравить с таким замечательным днем, Днем Победы. Разрешите поздравить вас от имени депутатов Думы Горноуральского городского округа. Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, с праздником вас, дорогие. Долгих лет жизни. Желаю вам больше человеческого теплоты, солнечного тепла, здоровья. С праздником. И сегодня уважаемых ветеранов, тружеников тыла, жителей села пришли поздравить ученики Горноуральской школы. Пусть каждый дом пахнет свежим хлебом, пусть детский смех звучит под чистым небом. Все, кто за мир, хотят спокойно жить, давайте, люди, на земле дружить. Светилась падая ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Этот маленький над ним.
фотографии смотрят, и в глаза то, что свято, как и прежде храня. Каждый мог быть любимый, каждый мог быть счастливый, но остался мальчишкой, молодым навсегда. Это просто война, это просто разлука, это просто беда, да, 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 что на землю пришла. Это просто война, злая доля и мука. Это просто война, что мальчишку нашел. Это просто война. Сейчас у нас в основном в Лае мы чествуем тружеников тыла. Низкий-низкий вам поклон. Уважаемые земляки, разрешите от имени главы округа Кулеша Николая Ивановича, главы администрации, поздравить вас с этим знаменательным днем. Нет, наверное, ни одной семьи, кого бы ни коснулась война. Мы победили, мы сейчас живем. Давайте тех, кто живет с нами, путаем. Заботы и внимание. С праздником вас! С Днем Победы! Тяжкий путь к победе явил множество примеров мужества. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Я желаю всем, чтобы наши дети не только помнили о войне, но и всегда были высоконравственными, сильными, мудрыми, твердыми, достойными памяти отцов.